Отец, мы благодарим Тебя за возможность вновь собраться вместе. Благодарим Тебя за возможность вникать в Твое Слово, извлекать из Него значимые доктрины нашей веры. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас, за то, что Ты привел нас на это место, что Ты готовишь нас служить Тебе. И, Господь, я прошу Тебя, чтобы этим утром, изучая доктрину о природе человека, Ты помог бы мне излагать свои мысли ясно. И, Господь, я молюсь о том, чтобы Ты присутствовал здесь с каждым студентом в классе, с каждым, кто будет вникать в этот материал. И, Отец, хотя и не было высказано каких-то конкретных молитвенных нужд, я знаю, что на сердце каждого есть что-то, что тяготит его. Я благодарен Тебе за то, что Ты знаешь, что происходит в нас, в наших жизнях, и Ты заботишься о нас. И мы молимся и уповаем на Твою заботу в любых обстоятельствах. И, Господь, что касается нашего обучения, нашего занятия, я молюсь о том, чтобы то, о чем мы будем говорить, побудило бы нас еще более благодарить Тебя за то, что Ты совершил ради нас, благодарить за ту привилегию, что мы имеем, иметь особые взаимоотношения с Тобой, с нашим Создателем и с нашим Спасителем. И, Отец, мы молимся о Твоем благословении на все, что будет происходить на этом занятии. И мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Что ж, на прошлом нашем занятии мы с вами закончили на том, что говорили о позиции трихотомистов относительно устройства природы человека. Мы рассмотрели несколько аргументов, которые предлагаются в защиту этой позиции, и затем мы с вами начали рассматривать возражения против этой позиции. И закончили мы с вами обсуждение на странице 41 ваших конспектов, хотя уже были готовы обсуждать материал на странице 42. Мы начали рассматривать те тексты Писания, которые используют трихотомисты в защиту своей позиции. Давайте ненадолго вернемся к этому, и затем перейдем к рассмотрению более традиционной позиции, дихотомии, и пойдем с вами далее. Что ж, вы помните, что в первом послании к Коринфянам, во второй главе, в стихах 14 и 15, апостол Павел делает различие между душевным человеком с одной стороны и духовным человеком с другой стороны. И душевный человек по-гречески звучит так — «сухокас антропос», а духовный человек — это «пневматикас антропос». И вот что утверждают трихотомисты. Они говорят, что если нет отличия между душой — это «сухе» и духом — «пнюма», то тогда мы имеем здесь излишнее повторение. Поэтому давайте еще раз вернемся к этому тексту. Это не займет много времени. И основная проблема в том аргументе, который предлагают трихотомисты, состоит в том, что этот текст, первое послание к Коринфянам, 2 глава, 14 и 15 стихи, не ставит цели раскрыть онтологическое устройство человека. Вместо этого здесь идет речь о двух разных нравственных или духовных состояниях человека. Душевный человек — это человек, который не знает Христа как своего личного Спасителя. Духовный человек — это человек, который знает Христа как своего личного Спасителя. И Дух Святой обитает в таком человеке. И, конечно, этот текст раскрывает нам служение Святого Духа. И это служение заключается в том, что Дух Святой просвещает, раскрывает нам Слово Божие. И этот текст ничего не раскрывает нам по поводу онтологического устройства
природы человека. У меня есть что еще сказать по поводу этого текста, но я вернусь к этому, когда мы будем с вами разбирать текст 1 Коринфянам 15:44. И как мы помним, в 15 главе Павел говорит о воскресении. И в 44 стихе этой главы апостол Павел как раз говорит о том, что же происходит в момент воскресения тела. Но вначале давайте посмотрим на 53 стих. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». А вот в 44 стихе Павел пишет следующее. «Сеется тело душевное, и речь идет о природном теле, восстает тело духовное». И он продолжает, «Есть тело душевное, есть тело и духовное». И вот греческое слово, которое переведено как «душевное», — это «сухикос». А слово, которое переведено как «духовное», — это слово «нематикос». Что ж, в отличие от стиха, записанного во второй главе первого послания Коринфянам, в этом тексте что-то говорится об онтологическом устройстве природы человека. Но, конечно, не в такой степени, как полагают те, кто придерживается трихотомической позиции. И я говорю о том, что этот стих раскрывает нам онтологическую истину, потому что здесь речь идет о двух разных состояниях человеческого тела. Здесь говорится о состоянии тела человека в земной жизни, это природное тело, и Павел здесь не говорит о духовном состоянии человека, о котором идет речь. Он просто говорит о том, что есть определенный этап нашего бытия, в котором мы способны функционировать или жить на планете Земля, и это происходит с нами день за днем. И наступит день, когда мы умрем физически, но после этого будет воскресение тела, и вот в тот момент мы получим духовное тело, и это тело будет прославленным. Тело. Оно будет по образу тела Иисуса Христа после Его воскресения. Поэтому, да, речь идет о двух разных онтологических состояниях. Но, тем не менее, этот текст ничего не говорит нам о том, из скольких нематериальных составляющих состоит природа человека. И причина этого проста. В этом тексте идет речь о двух разных состояниях материального тела. Тела душевного и тела духовного. Но, класс, есть еще одна более фундаментальная ошибка, которую допускают трихотомисты, когда используют этот текст, а также текст во второй главе первого послания Коринфянам. Ибо в обоих случаях трихотомисты говорят, «Ну вот посмотрите на эти слова, душевный и духовный». Душевный — это перевод греческого слова «сухокос», а духовный — это перевод греческого слова «пневматикос». И их аргумент строится таким образом. Если нет отличия между «пнюма» и «псухи», то тогда будет излишнее повторение. Но вот проблема с такой аргументацией, идет ли речь о 2 главе 1 Коринфянам или о 15 главе 1 послания Коринфянам, проблема в том, что прилагательные воспринимаются как имена существительные. И перед нами прилагательные — «сухикос» и «пневматикос». Но вот во второй главе существительное, к которому относится прилагательное, это «антропос». А в 15 главе имя существительное, к которому относится прилагательное, это «сома». Поэтому берутся прилагательные и рассматриваются, как если бы они были именами существительными. Быть может, это кажется вам непонятным. Поэтому позвольте мне проиллюстрировать ту мысль, которую я пытаюсь развить. Вот представьте, если кто-то хотел бы что-то сказать о ком-то еще, и он бы сказал следующее, вот этот человек бесхребетен, на него нельзя положиться в кризисной ситуации. Вот слово «бесхребетный» в этом случае раскрывало ли бы нам устройство материального тела этого человека? Скажем, если бы этого человека пропустили через томограф, то обнаружили, что у него просто нет позвоночника.
Конечно, нет. Слово «бесхребетный» в этом случае используется как прилагательное, и значение этого прилагательного в этом конкретном случае в том, что этот человек является трусом, мягкотелым. Поэтому мы не пытаемся на основе слова «бесхребетный» построить какое-либо представление о материальном теле этого человека, что у него в действительности отсутствует позвоночник. И точно таким же образом мы не должны использовать прилагательное «сухикос», «душевный», для того, чтобы строить на основании этого слова представление о нематериальной сущности природы человека. И также мы не должны использовать слово «пневматикос», чтобы строить на основании этого слова представление о нематериальной сущности человека. Эти слова прилагательные, и, как я уже упомянул, когда мы с вами рассматривали вторую главу, эти слова используются в нравственном значении. Они говорят о духовном состоянии человека. И в первом послании к Коринфянам в 15 главе они используются в онтологическом значении. Но речь там идет о двух разных состояниях физического тела. Поэтому это не те стихи, которые могут использоваться в защиту трихотомии. Но есть еще один текст, послание к Филиппийцам 1:27. И я думаю, как только вы его прочтете, вы сразу увидите, в чем же здесь проблема. Но давайте освежим в памяти этот стих. Павел пишет: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И вот греческое слово, которое переведено у нас как «дух», это слово «нюма». И вот дальше в стихе есть слово «единодушно». Это перевод греческого слова «сухе». И вот как строится аргумент. В тексте избыточность, если нет отличия между «нюма» и «сухе». Что ж, и проблема здесь вновь в том, что этот стих ничего не говорит об онтологическом устройстве человека. Я думаю, вы понимаете, мы с вами разбирали этот текст раньше, и сегодня вновь мы его прочитали. Я думаю, вы понимаете, что речь идет не об онтологических составляющих природы человека. Вместо этого здесь речь идет о разных отношениях. И очевидно, что буквальное толкование не имеет никакого смысла, что некая группа людей подвязается за веру евангельскую, стоя при этом посреди некой нематериальной субстанции, духа. Это бессмысленно. И далее, в одной душе, я думаю, Павел прекрасно понимал, что каждый верующий в церкви в Филиппах имел свою сухе. Очевидно, что значение стиха совсем иное. Павел намеренно использует эти термины здесь, дабы образно говорить о том отношении, которое должно отличать верующих в Филиппах, а именно единство и гармония. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Далее, обратитесь к вашим конспектам. На странице 42 есть пункт 6. И здесь бы я хотел сказать о том, что всякий, кто принимает вот такую позицию относительно устройства природы человека, а именно трихотомическую позицию, полагая, что при этом ему удастся разрешить проблему взаимоотношений между материальной и нематериальной составляющими человека, очевидно, ошибается. Вы помните, как строится их аргумент? С одной стороны, у нас есть нематериальная часть, и с другой стороны, есть материальная часть, это тело.
И вот предлагается такой ответ, что тело взаимодействует с духом через душу. Но трудность в том, что душа также нематериальна, как нематериален и дух. Поэтому, если кто-то думает, что трихотомическая позиция помогает объяснить, как материальная часть может взаимодействовать с нематериальной частью, то он ошибается. Потому что если тело взаимодействует с нематериальным духом через нематериальную душу, то нужно объяснить взаимоотношения тела и души. И поэтому, как я уже сказал, каждый, кто придерживается такой позиции, кто убеждает других в истинности этой позиции, должен осознавать, что он не предлагает решение проблемы. Вот это то, что я хотел сказать вам о трихотомии. И вскоре мы с вами перейдем к рассмотрению традиционной дихотомической позиции. Но прежде вы можете задать любые вопросы относительно трихотомии. Насколько я понимаю, аргументы трихотомистов строятся на библейских текстах. Вы не найдете аргументов, которые основаны на философских умозаключениях, и также вы не найдете аргументов, которые основаны на выводах светской психологии. Ни философы, ни психологи не говорят о том, что лучшим представлением природы человека — это представление, согласно которого есть две нематериальных составляющих. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.